кто-то запечалится, ничто не улыбается и ничему не рад. А эти чувства жгучие, что сердце юных мучает, так часто в пору случая о многом говорят. Однажды как-то юноша задумался о будущем, и радость, что была в душе, сменилась на печаль. Нехорошо быть одному, неплохо быть иметь жену, но как найти свою судьбу, не знает он, как шаг. И он молился и просил, моление к Богу возносил, и тот вопрос в душе носил, носил и ждал. Забытых просьб у Бога нет, он вскоре получил ответ, и был любовью согрет, что Бог послал. В особом одеянии, на бракосочетании, все смотрят с вниманием на наших молодых. Веселые, счастливые, как лилии красивые, но я скажу вам, милые, цените их книги. Аккорды песни отзвучат, за ними будни пролетят, о том поют и говорят сегодня много. Но я хочу сказать одно, пусть вам запомнится одно, пусть станет на пути темно, молитесь Богу. Аминь.